Здравствуйте, с вами магазин Artazvuk.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании Narva на цоколь HB3-HB4 с температурой свечения 6000 Кельвин в артикул 180-14. Поставляется в фирменной упаковке комплект ламп. Давайте рассмотрим комплектацию. Упаковано в фирменной упаковке. Вот так вот все красиво упаковано. Здесь находятся две светодиодные лампы, два драйвера, шестигранник, стяжки, проставочные резинки и инструкция. Данные лампы мощностью 16 Вт. Имеют пассивную систему охлаждения в виде вот таких вот металлических лепестков. При установке их нужно вот таким вот образом расправить, для того, чтобы все тепло, которое выдают светодиоды, распространялось по всей плоскости и лампы, и охлаждающего лепестка, для того, чтобы не перегревалась лампа. Сама лампа, включая посадочный цоколь, также металлическая. На каждой лампе используется по 6 светодиодов высокой интенсивности. Подключаются они через драйвер на питание 12 вольт через стандартный разъем. Драйвер — это металлический вот такой вот блочок, герметично заклеен, пыль и влага защищен. Вторая лампа абсолютно идентичная. Сейчас одну из ламп мы подключим на питание и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем питание 12 вольт. Лампа загорается, отсвечивает очень и очень ярко. Напомню, мощность 16 Вт данных ламп. Заявленный световой поток мощностью 1760 люмен. Цветовая температура заявлена 6000 кельвинов. Как мы видим, чисто белый свет. В принципе, светодиодные лампы практически все очень ярко отсвечивают, поэтому обязательно после установки любых светодиодных ламп автомобиль нужно выставлять правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. При покупке на комплект данных ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте artazvuk.ua.